Православные верующие отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января в Люберцах осветили купели. В городском округе организовали три площадки для крещенских купаний. Наша съемочная группа встретила праздник вместе с люберчанами. В этом году праздник Крещения Господня прошел по всем традициям – сильными морозами и купелями на открытых водоемах. Центром притяжения верующих в эту ночь стал парк «Наташинские пруды». Задолго до начала литургии великого освящения воды здесь выстроилась очередь из желающих окунуться в прорубь. Я вам всем желаю добра, здоровья, благополучия. Я искренне желаю всем здоровья. Искренне желаю, чтобы у каждого все получилось, каждый о чем мечтает, чтобы это сбылось. Этот год был непростой для всех, но за все мы должны постараться поблагодарить Господа за то, что мы живы, за то, что у нас есть здоровье, у каждого оно свое, у кого-то его очень много, у кого-то намного меньше. Праздничное богослужение завершилось запуском в небо белых голубей и красочным салютом. В освященную воду по очереди стали окунаться верующие. За их безопасностью и здоровьем следили сотрудники МЧС и скорой помощи. Поздравляю всех с крещением. Желаю вам всем здоровья и семью крепкую. Любите друг друга, и пусть вера вас объединяет. Я живу в Москве, Москву все перекрыли, ни одной проруби не работает. Поэтому приехали к вам. Спасибо, люберцы. Кроме Наташинских прудов, крещенские купания прошли на Малаховском озере и Кореневском карьере. Все площадки были оборудованы теплыми раздевалками, туалетами и пунктами раздачи бесплатного чая. В праздничную ночь в крещенские проруби окунулись более 7 тысяч человек. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.